Хомича, который задержал пьяного водителя, наградили в госавтоинспекции. Напомню, 6 апреля Станислав Исаев перегородил дорогу своим автомобилем и выдернул ключ из замка зажигания машины, за рулем которой находился нетрезвый водитель. За внимание к вопросам обеспечения дорожной безопасности и активную гражданскую позицию гражданскому инспектору вручили благодарственное письмо. Задержанный им мужчина уже 6 раз привлекался за управление машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В распоряжении нашей редакции оказалось видео, и, очевидно, житель Кировского округа за рулем находится, ну, в неадекватном состоянии. Геннадьевич, нормально все? Давай приходи в себя, Геннадьевич.